Ох уж эта жизнь в Гаррис Моде! Она настолько реалистичная, что находясь в женском теле в игре, я забываю о том, что оно у меня мужское в реале. Я могу быть миллионером, мэром, высокопоставленным госслужащим, но мое нутро мне будет говорить о том, что я проститутка-бомжиха. И сегодня история пойдет именно об этом. Вот, ну тут вроде более-менее. Я тут тогда гулял, какие-то ебланы тут нормально жили даже. Видишь, тут не убивают. Надо профессию какую-нибудь выбрать хорошую. Так, гражданин, бизнесмен, охотник на собак. Вы охотник на собак, ловите агрессивных бездомных собак, уничтожайте их и приручайте. Понимаю, тут 23 из 4 паркуриста. Блять, я стал проституткой. Сука, я тоже, ладно, за компанию. Девочки вышли на охоту. Девочки ищут работу. Мальчики, откройте дверь. А им можно секс предлагать? Здравствуйте. Нет, идите уже. О, наши любимые. Запускай. Раньше были мы хорошими людьми, но теперь мы стали шлюхами твои писечки. Прекрасно. Мы почти заманили даже одного. Что-то с паспортом уходит с руками. Да? О, мужик на крыше. Спасибо. Поймай, спасибо. Кто будет мне платить за операцию пластическую теперь? Ты хотя бы выебина, ты денег дай теперь. Выебина! Вот вам доллар, мне ничего не надо. Купим печенье сегодня. Нам явно нужен хозяин, иначе мы с бизнесом не справимся. О, это что? Мужик. Маскировка? Чё вам? А ты можешь быть сутенёром? Сутенёр нам нужен, мы не можем работу себе найти. Нет, мы проститутки. Нам, да, сделать хорошо. Вернись! Мужик безголовый! Не, он головный, он головый. А, реально? Кто будет нашим сутенёром, будет получать супербабки. Мужик, стой. Да куда ты? Погоди, с нашим. Да он тоже пошел по бизнесу. Нужен, смысл нахуй. Бизнес? Тебе теперь нахуй не избавиться от нас, понял? Пошел нахуй. Мы сейчас ебать начальника нашего позовем, тебя выебет. Я тебя сейчас выебет. Выеби, давай. Ты за базар отвечай. Выебина. Давай, деньги еби. Давай, доллар. На. Это что такое? Он сам себе отсосал, я тут даже ни при чем. Сказал, ответил за базар, крутой чел. Выеби меня теперь. Ты че, иди в жопу. Никому не нравлюсь, блядь. Да он нищий просто уже. Куда мы идем? О, сутенер, смотри, сутенер. О, сутенер. Здравствуйте, хотите выебаться? На это, сутенер. Блять, сутенер пользуется положением. За это мне даже не платят. Пошлите. Да, блять, когда кончится? Все, наконец-то. Да, да, эти, блин, низкорострелы. Я уже устал. Извини, но я устал. Я устала. Я же девочка все-таки была. До этого момента. Теперь я женщина. О, ты вернулся в Гаррис Мод, охуеть. Я, видишь, поднимаюсь с нуля. Меня уже выебало полсервера. Знаешь что, я тебе могу тему сказать. Пойдем ко мне в магазин. Я его боюсь немного. Короче, тему расскажу. Тут столько дебилов есть. Тут столько дебилов есть, которые норовят постоянно тебя грабить. Поэтому нужно держаться вместе, не ссыте. Ко мне всегда какие-то хуеплеты заходят. И в итоге, я прикол один потом покажу. Садитесь тут, главное, за барную стойку. Здесь вас взрывной волной не унесет. Меня пугает это. Ебаться будешь, проститутка? Конечно, это ж моя работа. Блин, здорово. Очень нравится. А я сколько заработаю-то, я не уточнил. По-моему, я ничего не заработал. Что-то надо про взрыв. Что было про взрыв? Ну сейчас, подожди, гондон какой-нибудь придет. Вот, как тебе паркурист? Да он же ничего не сделал. Слез нахуй со стойки. Он охранник наш. Прости. Ты что, грабить собрался, блядь, меня, нет? На самом деле на сервере всем на него похуй. Он местный сумасшедший. Но у него даже скин этого отца Григория, блядь. Он все время думает, что его кто-то ограбит, но все заходят, смотрят и уходят. А у тебя есть что грабить? Может, нечего, и поэтому никто не приходит? Только попробуй, блядь, оружие достать. Доставай оружие, спаси девчонок. О, понял, пизда тебе, сука, умный дом Xiaomi, блядь.
Он лёг, мужики, он тут валялся, все испарился. Нормально, не, ну хороший бизнес, проверенный. Покупать буду только тут оружие. Приятно познакомиться, мы на соседней улице, если что, в рот даем. Мы пойдем сосать, пока. О, люди, смотри, иди сюда, сюда, сюда. Здорово. Ебаться хотим. Да там такие горячие челики, вот просто. Да? Где тут горячие челики? А ты почему как Морган подписан, а не как тебя же новый ник сейчас? Я вообще не знаю, о чем ты, я Елена. Я тебя смотрю с года 2016. Я помню, как ты с Аней на диване стримил родителей. Я сейчас на диване сижу. Ничего не изменилось. До сих пор на том же, блядь. В мэры может пойти. О, ёбарь собак. Здравствуй, ёбарь собак. И чё, хоть одну уже поймал? Все убежали. Ты нам нужен, мы найдем тебе собаку. Тебе надо какое-нибудь пальто надеть, а то палишься. Да, ты спалился чутка. Блин, все аптечки у ментов, все выпьем. О, бронежилет. Извините, ребят, мы выздоровели. Да, нам надо жопу затонировать. Мы, если что, употребляем наркотики, даем за деньги. Я тоже. Настолько общего. Смотрите, у меня специально для вас есть палочки. О, вот полиция в этом городе. И здоровье поправили, и агрегаты для работы подарили. Братан, вот, лови! Это его работа, не мешайте ему! Зачем вы забрали у него работу? Он и так на еду не может заработать. Вы посмотрите на него, он весь уже сгорел на работе, блядь. Да, там Эцио аудиторе. Эцио, выеби меня. А у тебя есть деньги? Бери, пойдем к нам в комнату. Пошли, да. Блин, он гей. Черт, ну а мы мужики, если что. Пошли, я за. А, то есть ты гей. Давай прямо здесь. Идем в мэрию трахнемся, пойдемте в мэрию. А, пойдем, у мэра на столе, на зло. Здравствуйте, мы с концертом к мэру. Можно? Он нас заказал. А можно к мэру? Я шлюх заказал. Ну, а мы кто? А можно легализацию проституции устроить? Ща ебанем. О, кайф. Вот это мэр. О, кайф. Первый раз мэра убить не хочется. Вы три трафика, я не мог понять. Мы три мужика. Мы женщины. Что, я дверь закрыл? Блядь, открой. Блять, они ломают стекло сбоку. Но мент не догадался еще через стекло зайти. О, ебать, все, на выход. Ну это не мышь закрыли, это вот этот вот. Вот этот. Ладно, уходим. Можно только не считать, я не успею. Давай заново. Не, давай заново! Я нервничаю! О, там концерт. Концерт повара. Концерт повара. Ура, концерт повара. Я просто трачу себя. Его шляпа просто обалденная. Я просто трачу себя на тебя. Или как там? Я иду один по дороге, Я иду один. Дед, хватит курить в лицо мне. Есть три косаря? И я твоя. А, это не ты, не тем! Блять, чё это? Кто это? Этот всегда подкрадывается сзади! Где-то трахни меня! Ты где? Меня забанили за нонрп. Вы глава бездомных, устраиваете митинги. Вы вынуждены просить еду и деньги. Постройте базу для ваших братьев. Ой, это по мне. Меня просто это, насиловали долго, пока не стерли в труху. Бомжи этого мегаполиса, объединяемся. Бомжи всего города, соединяйтесь. Бомжи, супер, будьте бомжом. Бомжи, это люди будущего. Бомжи едят бесплатно. Их дом, это планета. Слушай, это, не видел парочки бомжей? А то нас мало, надо побольше бомжей нам. Пусть он станет бомжом. Скажи ему, чтобы он стал бомжом, пригрози. Стань бомжом. Все наоборот вышло. Да не ты! У нас новый бомж! Собака, хватит бомжей кусать! Убейте ее, бомжи, съедим! Мы ее съедим потом! Стоять! Блять, сюда! Стоять, собака! Хуярь ее по горбу! Бомжи хотят есть! Еда! Еда! Так, бомжи, пойдемте возле мэрии строить базу. Мэр! Эй, мэр! 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 Мэр!
Нам нужны деньги, еда. Мы вышли отсюда все. Ладно, ладно, мы будем тут требовать. Бомжи, отступаем! Можно построить, можно построить базу, я красиво строю. Вот тут строй. Строй базу красиво. Айфон тебе два. Солнце не три. Пойдем, говно меня кидал за это, Фу, зашкваренный говноед. А чё он нашего супер-мега-строителя какого-то посадил в тюрьму? Да, да, он стал нашим архитектором. Ты чё нашего архитектора в тюрьму посадил? Чего злобному? Скажите мне. Нам нужно жилье, как минимум для меня и моего молодого человека. Вот. Всех остальных бомжей вообще пока они не слышат, мы изи кинем, и они ничего не будут требовать. Но нам на двоим надо бы домик свой. Я могу дать сейчас 50 тысяч. О, было бы хорошо с вашей стороны. Я приду к вам уже в качестве проститутки. Ну все, бомжи, я все уладил, Все, бомжи. Надо кинуть всех бомжей, брат. Нахуя, погнали. Ты че, блядь? Подбежал бомжам на рогал и убежал. Это наша работа вообще. Ну, надо с такими деньгами подниматься в проституцию. Так, а есть наркобароны какие-нибудь? Давай, Варшик, обед. А где мы будем это делать? Вот, давай у мэра. Вы не подскажете, где купить всяких штук, чтобы наркотики сварить? Да, на наркоту. Да блядь! Зачем ты сказал, да? Эй! Пустите меня к моему товарищу! Я здесь насру, сука, к товарищу! Что ты там сказал? Я говорю, он насрет сейчас без меня! Хорошо, обязательно уберемся. Давайте, капитан говноед. Добро пожаловать в ад, сынок. Это для меня бальзам, я проститутка в прошлом. Давайте, мужики. Меня выпустили. О, меня тоже выпустили. Там какой-то просто добрый коп среди них. Что-то мне не очень понравилось ученым быть. Врач. О, врач. О, как раз друг сказать, погнали. Здравствуйте. Зарегистрируйте нас как работников психбольницы. Нормального метода лечения. Так этих бомжей. У него мозги хоть на место встанут. Вы хотите еще есть собак? Вы интерны. Вы хотите еще есть собак? Он ел собак? Ужас. Я тоже ел, когда был бомжом. Сейчас меня врач вылечит, я следующий пойду. Запишите меня, я ел собак. Анатолий. Больной? Да, я псих больной. Быстрей, быстрей! Свяжите меня и вылечите, я псих больной! Ты психи! Можешь пройти со мной? Мы ёбнутые! Ложись, она будет бить тебя током, пока в твою мозгу... Мне кинули гранату. Ты хочешь есть собак. Что? А что вы делаете? А что они делают со мной? Так, все, давай, успокоительному. А что он делает? Ты что, дебил, твое тело зашли? Ой, извините, извините, я же психбольной, я не сразу соображаю. Нападают на людей. Так. Психи, по-моему, с ума сошли у вас. Короче, я уволен. Вперед, псих, бей врачей! Свободу психам, бей врачей! Что происходит, блин? Не знаю. Да, да, да. Блин. Это все демоны в моей голове. Все, я в бегах. Бежим, бежим. Видите его? Плохая психушка, тут не лечат. Привет, избранный. Судьба Гаррисмода зависит от твоего лайка.